Предприятия портовой особой экономической зоны в Заволжье теперь могут не беспокоиться по поводу поставок газа. Близ села Крестово-Городище началась реконструкция ГРС-52, которая как раз обеспечивает газом все промышленные площадки ПАЭС. Торжественная церемония сварки первого стыка газораспределительной станции прошла при участии губернатора Сергея Морозова и гендиректора «Газпром-Трансгаз Самара» Владимира Субботина. Мы даем старт новой жизни всего Ульяновского левобережья. Старт новой жизни для крупнейших промышленных предприятий, которые сегодня работают и которые сегодня одновременно строятся. Существующая производительность в 30 тысяч кубических метров в час оказалась недостаточной для промышленной площадки. Поэтому объем производительности было решено увеличить. По завершению строительства станция будет обеспечивать газом низкие сети левобережья. И ее производительность вырастет в 4 раза и составит 125 тысяч кубометров в час. Ее мощность с избытком будет покрывать нынешнее потребление природного газа и создаст резерв для развития промышленных предприятий на долгие годы вперед. 100 тысяч кубометров при этом направятся в особую экономическую зону, а 25 – населению близлежащих населенных пунктов. Устаревшая станция будет заменена на новую автоматизированную. Построят и подводящий газопровод отвод ГРС, подъездную дорогу с площадкой для стоянки. Не забудут и про благоустройство прилегающей территории. Анна Тищенко, новости Ульяновской правды.